Никаких соревнований между выпускниками городских и сельских школ. Никакого психологического собеседования. Поступаем в БГУ по-новому. БГУ всегда был ведущим вузом Беларуси. За последние 5 лет открыта подготовка по 22 специальностям и 33 направлениям. Среди них космо-аэрокартография, компьютерная физика, прикладная криптография. А в этом году вводятся 2 направления специальности: математика и информационные технологии, веб-программирование и интернет-технологии, а также математическое и программное обеспечение мобильных устройств. Сегодняшняя встреча дала старт приемной комиссии 2014. Некоторые нововведения в связи с изменением квалификации по специальности информации и коммуникации факультет журналистики наш изменили вступительные испытания на эту специальность. То есть будет сдаваться белорусский или русский язык ЦТ, история Беларуси ЦТ и обществоведение ЦТ. Мы кардинально здесь такого ничего у себя не изменяем, ни в сторону там расширения, ни в сторону сужения. И, в общем-то, ведем сейчас, как и все вузы, профориентационную работу, дни открытых дверей. Среди нововведений этого года – отмена раздельного конкурса для выпускников сельских и городских учреждений образования. Подать документы в вузы и СУЗы может не сам абитуриент, а его доверенное лицо. Поступать на целевую подготовку теперь разрешено всем, независимо от места их проживания, отметок в документе об образовании. Небольшие изменения коснутся и специальности бизнес-администрирования. Мы впервые в этом году будем осуществлять набор студентов на англоязычную и русскоязычную образовательную программу. То есть студенты, поступившие на эту специальность, в сентябре пройдут соответствующее тестирование на степень владения иностранным языком, английским языком, и те, кто пройдут успешно, из них будет сформирована группа, в том числе это и белорусские студенты, не только иностранные, но и белорусские студенты, и обучение будет идти для них на русском языке, вернее, простите, на английском, а, соответственно, вторая группа студентов, она будет учиться, как обычно, мы учимся на русском языке. Уже 29 марта пройдет день открытых дверей, фестиваль факультетов, где каждый абитуриент сможет подробно познакомиться с, возможно, будущей специальностью поближе.